Зверь это МТЛБ. Это малый бронированный тягач. Работал когда-то на Русню. Не смогли в руках удержать. Забрали мы. Он нам нужнее. Ну, дивіться. Генератора не було. Компресора не було. Ось він. Не було воздушного фільтра. Ну і взагалі оцих всіх патрубків, оцих трубочок. Оце все було знято. Скажем так, это была груда металлолома. Все полностью, практически всю ходовую поменяли, двигатель наладили. Конечно, это старого выпуска, цей двигатель. Немає турбопідсилювача. Ну, и це и тягне. 300 кобилок. Це гарний двигатель. Двигун – це сила. А мы его смогли привести в порядок, и сейчас он работает, как ему положено, и там, где положено. Та без питань. Расход километр, литр. Бревно это для самовытаскивания. То есть, если где-то засели в трясине или в грязи жидко, или брюхом умудрились в колею влезть, это бревно снимается, ложится или вперед, или назад, подкатывается. И по нему, как по пандусу, выезжает машина. Тогда уже гусеницам ездят, чтобы сцепиться с сцепления, и она выпрыгивает из своей ямы. Вот это ж тут должны быть, ну их уже не было, как они притягнули, такие сидушки поролоненные, это ж на одном. Тут должна така быть еще прикручиваться підстока для автоматов. Он рассчитанный, чтобы быстренько выехать на позицию. Расчет отстрелялся, назад пушку причепляют и гур, и уехали. Ну, а это уже наша модификация для более усиления, скажем так, калибром. 23 мм, ЗУ-23-2, всем известная рабочая лошадка. Легкое нажатие на педаль огня, и 8 снарядов улетело. Заряжается крайне просто. Короба, 50 выстрелов ставили. Затвор, как у автомата, но немножко длиннее впуск. Снаряд на месте досылания. Останется только нажать на педаль и выстрелить. Для той стрельбы, что мы ведем, это не зенитный ствол, это ствол по живой силе, по технике. Поэтому достаточно одного человека и двух заряжающих. Если где-то обнаружили позицию миномета, почистить зеленку, где-то колонна машин из засады, это очень эффективное оружие для этого. БМП может разобрать. Причем очень эффективно. Танк обсыпется на нем оптика, кумулятивная броня. Кинетическая сила этого снаряда очень большая, тем более массово он идет. 10-8 выстрелов за одну секунду. Обездвижить танк можно, уничтожить нет. Дальность у нее 1,5-2 километра. Ну, это прямая видимость. То есть тут оптики нету как таковой. Вы смотрите через коллиматор. Это все равно, что через прицел автомата вы смотрите. То есть видимая цель, которую можно распознать, можно по ней выстрелить. Она для нас очень нужна, потому что скоро будет осень, зима, на машине не везде проедешь. А вот это будет в самый раз.